Родители детей-инвалидов освободят от транспортного налога. Речь идет о налоге за одно транспортное средство для одного из родителей, усыновителя, опекуна, попечителя и приемных родителей, проживающих совместно с ребенком. Соответствующий законопроект принят на очередной сессии собрания депутатов округа. Поводом для его разработки стало обращение региональной общественной организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам и их семьям. Особое детство в Ненецком округе. В действующей редакции закона о транспортного налога на некоторые виды автомобилей освобождены инвалиды первой и второй групп. Один из родителей в многодетной семье – ветераны, участники Великой Отечественной войны и боевых действий. Пенсионеры по старости и по случаю потери кормильца, а также граждане, проживающие в сельской местности. С принятием изменений в региональный закон появляется еще одна льготная категория граждан. Принято решение о том, что мы освобождаем от транспортного налога родителей, опекунов, попечителей, усыновителей, имеющих и совместно проживающих с ребенком инвалидов, имеющих зарегистрированное транспортное средство. Это может быть как лодка, как, значит, один из видов техники, в том числе это может быть и легковое транспортное средство. Кроме того, депутатами расширена категория получателя ежегодной выплаты ко дню пожилого человека. Соответствующие изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельной категории граждан, проживающих на территории Ненецкого округа, приняты на сессии сразу в двух чтениях. Те люди, которые проживают в округе более 15 лет, но имеют какую-то определенную группу инвалидности, они выпали из этого. Поэтому абсолютно правильное решение, что мы сегодня на сессии приняли, чтобы вот эти категории граждан тоже получали выплату, единовременную компенсационную выплату ко дню пожилого человека. После вступления в силу поправок, принятых на сессии, право на выплату ко дню пожилого человека будут также иметь жители округа, имеющие первую, вторую или третью группу инвалидности и срок проживания которых в округе составляет не менее 20 лет. Для реализации проекта потребуются дополнительно финансовые средства. По предварительным расчетам Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, компенсацию смогут получать еще 349 человек. На эти цели потребуется более 3 миллионов рублей из окружного бюджета. Настоящий закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».